Правила для начинающих авторов. Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши, не будь писателем!» Если же, несмотря на такую экзекуцию, онный младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите пропало. Писательский зуд неизлечим. Путь пишущего от начала до конца усыпан тернием, гвоздями и крапивой, а потому здравомыслящий человек всячески должен отстранять себя от писательства. Если же неумолимый рок, несмотря на все предостережения, толкнет кого-нибудь на путь авторства, то для смягчения своей участи такой несчастный должен руководствоваться следующими правилами. Первое. Следует помнить, что случайное авторство и авторство апропо лучше постоянного писательства. Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах. Второе. Следует также зарубить себе на носу, что неудача на литературном поприще в тысячу раз лучше удачи. Первое доказывает столько разочарованием, да обидную откровенностью почтового ящика. Вторая же влечет за собой томительное хождение за гонораром, получение гонорара купонами 1899 года, последствия и новые пытки. Третье. Писание, как искусство для искусства, выгоднее, чем творчество за презренный металл. Пишущие домов не покупают, в купе первого класса не ездят, в рулетку не играют и стерляжьи ухи не едят. Пища их мед и акриды, приготовление Саврасенкова, жилище, меблированные комнаты, способ передвижения, пешее хождение. Четвертое. Слава есть яркая заплата на ветхом рубище певца. Литературная же известность мыслима только в тех странах, где за уразумением слова «литератор» не лезут в словарь 30 тысяч иностранных слов. Пятое. Пытаться писать могут все без различия званий, вероисповеданий, возрастов, полов, образовательных цензов и семейных положений. Не запрещается писать даже безумным, любителям сценического искусства и лишенным всех прав. Желательно, впрочем, чтобы карабкающиеся на Парнас были по возможности люди зрелые, знающие, что слова «ехать» и «хлеб» пишутся через «ять». Шестое. Желательно, чтобы они по возможности были не юнкера и не гимназисты. Седьмое. Предполагайте, что пишущий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собою опыт. Самый высший гонорар получают люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, самые же низшие, натуры нетронутые и неиспорченные. К первым относятся женившиеся в третий раз, неудавшиеся самоубийцы, проигравшиеся в пух и прах, дравшиеся на дуэли, бежавшие от долгов и прочее. Ко вторым – не имеющие долгов, женихи, не пьющие, институтки и прочее. Восьмое. Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. А посему не робей. Клади перед собой бумагу, бери в руки перо и, раздражив пленную мысль, строчи. Строчи о чем хочешь, о черносливе, погоде, говоровском квасе, великом океане, часовой стрелке, прошлогоднем снеге. Настрочивши, бери в руки рукопись и, чувствуя в жилах священный трепет, иди в редакцию. Снявши в передней калоши и справившись, тут ли господин редактор, входи в святилище и, полный надежд, отдавай свое творение. После этого неделю лежи дома на диване, плюй в потолок и услаждай себя мечтами, через неделю же иди в редакцию и получай свою рукопись обратно. За сим следует обивание порогов в других редакциях. Когда же все редакции уже обойдены и нигде рукопись не принята, печатай свое произведение отдельным изданием. Читатели найдутся. Девятое. Стать же писателем, которого печатают и читают, очень трудно. Для этого будь, безусловно, грамотен и имей талант величиною хотя бы с чечевичное зерно. За отсутствием больших талантов дороги и маленькие. Десятое. Будь порядочен.
не выдавай краденого за свое, не печатай одного и того же в двух изданиях за раз, не выдавай себя за Курочкина и Курочкина за себя, иностранное не называя оригинальным и так далее. Вообще помни 10 заповедей. 11. В печатном мире существует приличие. Здесь так же, как и в жизни, не рекомендуется наступать на любимые мозоли, сморкаться в чужой платок, запускать пятерню в чужую тарелку и так далее. 12. Если хочешь писать, то поступай так. Избери сначала тему, тут дана тебе полная свобода. Можешь употребить произвол и даже самоуправство. Но дабы не открыть во второй раз Америки и не изобрести вторично пороха, избегай тем, которые давным-давно уже заезжены. 13. Исправ тему, бери в руки незаржавленное перо и разборчивым, не каракулистым почерком пиши желаемое на одной стороне листа, оставляя нетронутой другую. Последнее желательно не столько ради увеличения доходов бумажных фабрикантов, сколько ввиду иных высших соображений. 14. Давая волю фантазии, приудержи руку, не давай ей гнаться за количеством строк. Чем короче и реже ты пишешь, тем больше и чаще тебя печатают. Краткость вообще не портит дело. Растянутая резинка стирает карандаш нисколько не лучше нерастянутой. 15. Написавший, подписывайся. Если не гонишься за известностью и боишься, чтобы тебя не побили, употреби псевдоним. Но памятуй, что какое бы забрало и не скрывало тебя от публики, твоя фамилия и твой адрес должны быть известны редакции. Это необходимо на случай, ежели редактор захочет тебя с Новым годом поздравить. 16. Гонорар получай тотчас же по напечатанию. Авансов избегай. Аванс – это заедание будущего. 17. Получивший гонорар, делай с ним что хочешь. Купи себе пароход, осуши болото, снимись фотографии, закажи финляндскому колокол, увеличь Женин турнюр в 3 раза. Одним словом, что хочешь. Редакция, давая гонорар, дает и полную свободу действий. Впрочем, ежели сотрудник пожелает доставить редакции счет, из которого будет видно, как и куда истратил он свой гонорар, то редакция ничего не будет иметь против. 18. Последнее. В заключение прочти еще раз первые строки этих правил. Антон Павлович Чехов. Правила для начинающих авторов. Читал Джахангир Абдуллаев. 29 октября 2022 года.